Доброе утро, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, сегодня я буду готовить манты. Для этого, значит, я беру, вот у меня свиной фарш есть, чистое мясо, картофель. Я накрошила, у меня все на глаз, как вы все знаете уже. Так, вот тазик, я отправлю фарш. Не знаю, сколько тут вес, килограмм 3, наверное. Вот 3. Вот тут у меня есть жирное мясо, чтобы манты были сочные, не сухие. Я кладу всегда вот такое жирное мясо, потому что я еще отправляю картошку нарубленную ножом ручную. Так. И вот столько лука у меня. Тут килограмм точно есть. Килограмм. На блендере перемолола я. Так, перец черный и солю. Вот где-то вот так. Потом попробую. Так. Все равномерно размешиваем. Все до конца вот так вот. Друзья, вот я беру. Мы всегда по много делаем уже. У меня вот, видите, кто опять мешает. Все. Вот опять мне скажут, что я только учу. Вот мы всегда по много делаем. Готовим всегда, вот собираемся, делаем. Это не обязательно вот 3 килограмма брать в фаршу. Есть полкилограмма. Значит, там 2-5 картошки, лук. Все на глаз, все на глаз. Для сочности уж вот. Жирное мясо я положила вот. Можно без жирного мяса, ну, кто как любит, это на любителя. Вот такая начинка у нас получается. Все, размешали хорошо, все, начинаем лепить. Тесто даем отдохнуть. Так, так манты вот делаем. Ну-ка, покажи, Ларис, как лепишь ты. Это вот, это первый способ. Есть еще другие способы. Красиво. Вот такие. Молодец, молодец. Все, фаршу еще много, Ларис. Ну-ка, ножика рукой. Молодец. Так. Работа у нас подходит к концу. Вот все, что осталось. Так, сделала я, значит, 3 больших противня. И вот эти вот последние. Вот. Так. Лариса уже ко мне второй день приезжает. Вот, на следующей неделе к ней поедем, если позовет. Конечно. Вот. Обязательно. Ну, вот так мы делаем манты. Мы уж, может, правильно там нарезать надо кусочками мелкими. Ну, кто как делает. Нам как удобно, по многу. С фаршем мы так любим. Кто как, короче, готовит. Я показала, как я готовлю. Манты закончили лепить. Вот тут вот захотели пельмени вот с картошкой, такие деревенские, крупные. Сейчас отварим. Манты заморозились у меня. Все вот. Теперь я буду их складывать в пакеты. Есть у меня вот, и так вот получились у нас вот. Специально сделали, где, может, детям дать. Вот маленькие они любят. Эти уж где себе сварим. Вот. Теперь я разложу по пакетам каждый. Посчитаю, сколько штук. Друзья, сложила манты по пакетикам, где 15, где 20, итого 120 мант налепили. Если видео было интересное, полезное, то ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Пока-пока!